Жаль. Жаль, что я не художник. Я бы картины с нее писал. Екатерина Георгиевна Градова. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Осенние свадьбы», «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Таланты поклонники», «Маленькие комедии большого дома» и других. Слушай меня, девочка. Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся, требуй гарантий. Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что хорошо и что дурно, и больше не желаю слушать вас. Что же вы кричите? А чего же мне не кричать? Я уже у себя дома. Кого же мне бояться? Прекрасно. Была замужем за Андреем Мироновым. Дочь Мария Миронова, актриса театра и кино. Скончалась актриса от инсульта на 75-м году жизни. Похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. Что общего между нами? Ты жить идешь, я ухожу.